Пожар в частном доме в Йошкар-Оле. Сегодня утром в республиканскую службу 01 поступило сообщение о возгорании в доме по улице Набережной. По данным МЧС, к месту вызова было направлено 5 боевых расчетов. К прибытию пожарных строение горело изнутри, пламя перекинулось на крышу, из гаража шел дым. Пожарным пришлось выкатить из гаража автомобиль и вынести канистру с горючей жидкостью, которая могла взорваться. Пожар был ликвидирован примерно спустя полчаса с момента возгорания. Дом серьезно поврежден огнем. Причина пожара устанавливается. Всего же, по данным МЧС, с начала года в Мариэл произошло более 500 пожаров. Из них почти 390 в жилом секторе.